Далее Нурсултан Назарбаев посетил один из самых масштабных индустриальных проектов страны – строительство стекольного завода. Президент отметил важность данного предприятия для развития экономики, поручил в срок запустить завод. Сегодня здесь построен склад готовой продукции, идет строительство стеклоплавильной печи. Президенту были представлены возможности завода, новейшие технологии. Здесь же состоялась презентация проектов двух крупных инвестпроектов завода по выпуску кальцинированной соды и проект горно-обогатительного комбината «Шалкия». Далее Нурсултан Назарбаев встретился со строителями и представителями местного бизнес-сообщества, дал свою оценку всей проводимой работе и призвал эффективно использовать государственную поддержку. Государству за 5 лет выделено 1 триллион 200 миллиардов. В этом году выделено 185 миллиардов. Там есть субсидии, все есть. Делаем все, чтобы поднять экономику. Выдаем кредиты, обучаем. Если в ауле работаешь, берешь микрокредит, занимаешься своим делом. Если выпустишь свою продукцию, в следующем году тебе вдвойне дадут. Если не хочешь, езжай в город, переобучим, потом найдем работу. Что еще нужно? Никто таких субсидий не давал сельскому хозяйству. Всем субсидии выдаем и на животноводство, и на молоко.